Ребята, всем привет! Канал Дэн Тюнинг, Денис Иванов. Сегодня хочу показать вам пример народного творчества. Это как бы не мой проект. Попросили расточить цилиндр. Цилиндр, наверное, многие из вас узнают. Те, кто сталкивался. Это ЧЗ-125 516. Решил парняга один сделать себе вот такой вариант с лепестковым клапаном. То есть приварил сюда корпус. Корпус, я так понял, с какого-то профиля. То есть видно две части. То есть два, как уголок получается один. И уголок второй. То есть всего два шва в углах. Вот, мы сделали вот такой корпус. Приварили фланец. И сюда будет устанавливаться лепестковый клапан. Для этого пришлось, видно, что срезать ребра, потом приваривать их обратно, ну потому что иначе просто не приваришь. Каждое ребро потом добавляли сюда, после того как приварили корпус, добавляли, приваривали каждое ребро. Но малек перестарались, видимо, когда гильзу ставили, перегрели, ребра потекли. Ну бывает такое, да, паяльная лампа рулит. Вот, так что будет вот такой чизетовский вариант. Парняга сам изготовил гильзу. То есть сделаны дополнительные каналы вот сюда в продувку. Конечно, поскромничал. Я бы сделал даже еще больше. Но тут есть особенность. Здесь шпилька проходит, поэтому сильно не разгуляешься. Но вот там часть мяса можно убрать все-таки. То есть оставить одну гильзу и алюминий, который ближе к гильзе, можно удалить вот в этом месте. Вот сделал дополнительные каналы, так называемый пятый канал, двойной, для улучшения продувки, как бы с лепестковым клапаном это обязательно. Ну вот так он сделал с перемычкой, хитро. Сделал двойное выхлопное окно, но нету здесь алюминиевого ребра, поэтому, конечно, не очень хорошо. Перемычка эта на выхлопе будет сильно греться. Здесь пришлось проточить площадку, привалочную плоскость, потому что вот в этом месте она просела, потому что, естественно, сварка, она очень сильно тянет алюминий, и вот здесь была яма. Ну, несколько десяток снял. В общем-то, теперь можно уже использовать нормальную ровную базу и растачивать цилиндр. Ну, в принципе, что могу сказать? Хочется как бы сделать небольшие комментарии, да. Сейчас, наверное, я включу лампочку переносную, чтобы получше посветить в окна. Вот так выглядят дополнительные продувочные каналы. У парняги как бы это опыт первый. Нашел я здесь косяки. Немножко с углами тут получилось. Есть небольшая промашка. Не попал. Чуть-чуть по высоте не попал. И углы продувочных каналов вот этих, они не такие, как на обычном чизете. Не попало начало окна. Видите, да, что там внутри получилась ступенька, причем такая хорошая, почти 2 миллиметра. То есть вот это окно должно было начинаться чуть-чуть позже, и угол получается должен был быть, ну, примерно такой выхода, но 2 миллиметра надо было его подсместить. И другая сторона получилась как-то, она прям вот смотрит практически ровно выход. То есть должен быть угол на заднюю стенку. Ну, в стандарте, по крайней мере, так. А здесь он получился какой-то, ну, очень прямой прям. И то же самое, вот второй канал тоже немножко не попал. Тоже внутри есть ступень. Получается, что перемычку можно было сделать, ну, чуть пошире. И угол надо было делать острее вот сюда. Ну, как сделал, так сделал. Тут уже как бы... То есть получается, вот это первое окно, оно должно было быть немножко пошире, а второе окно, оно должно было быть поуже. Но получились они где-то примерно одинаковые. Еще и ступенька там получилась. Ну, как получилось, так получилось. Тут как бы и по выхлопу особо не разгуляешься, потому что
С выхлопом тоже тяжело, с такой перемычкой. Сильно узкую сделаешь, она будет перегреваться. А сделаешь широкую, площадь окна получается небольшая. Но посмотрим, что получится. То есть процесс сложный. То есть помимо того, что внутри надо правильно расчертить, еще и снаружи угол надо поймать. И делать это вручную сложно. Сложно попасть. Но при желании можно. Конечно, первый раз всегда получаются такие вот где-то небольшие ошибки. Как бы они не критичные. То есть такого, что прям вот взял и испортил. Нет, такого нет. Нормально. В целом. Посмотрим. Мне интересно, как это все будет вживую работать. Ну что ж, цилиндр готов. Я уже его отханинговал. Задумка была у хозяина сделать немножко такой доработанный двигатель, улучшить его. То есть он подобрал какой-то шатун, поставил фирменный на ЧЗ. Сейчас точно врать не буду какой. Но знаю, что можно, люди ставят. И я тоже, кстати, хочу так сделать на своем ЧЗ. Но это в будущем, в перспективе. Естественно, когда ставится там чуть, по-моему, подлиннее шатун, можно поставить вот такой вот уже фирменный поршень от кроссового мотоцикла современного. Они, как правило, все имеют размер 54 миллиметра стандарт. Это как бы практически на всех мотоциклах кроссовых. Как бы все пришли, видимо, к золотой середине и на этом остановились. Так что вот такой однокольцовый поршень. Поршень бэушный, как бы, потому что тема экспериментальная. Нет смысла покупать сюда дорогущий за 100 евро поршень. Вот, зазор 6 соток. Вот так попросил хозяин. Поршень ходит легко, без заеданий, естественно. Вот, значит, поспрашивал еще немножко хозяина про продувку, почему так у него не совпали окна. Он сказал, что он попытался повторить продувку цилиндра Сузуки кроссового. То есть углы выхода у него... Как бы получается, он специально сделал такие. Немножко не попал. Естественно, не попали. Рубашка с окнами не состыковалась. Поправить, он говорит, ему нечем. То есть бурмашинки у нее нету. Поэтому, говорит, как получилось, так получилось. Еще заметил один момент. Ну, на мой взгляд, не очень хороший. Это то, что... Выхлопное окно, верхнюю кромку, он сделал выше даже, чем на ЧЗ. То есть почти там где-то 1,5 или 2 миллиметра разница. Это очень плохо, на мой взгляд. Почему? Потому что, во-первых, увеличатся максимальные обороты. Да? То есть поднимая вот эту верхнюю кромку выше, мы поднимаем верхнюю планку максимальных оборотов двигателя. То есть двигатель, да, он будет мощнее с увеличением оборотов. Но ЧЗ-овский двигатель, он и так очень оборотистый, очень. И в этом-то, в общем-то, и есть его проблема. То, что когда обороты максимальной мощности слишком высокие, то получаются низкие обороты, как правило, очень сильно страдают. И на ЧЗ именно так и есть. На низах ЧЗ не едет вообще. То есть его надо постоянно крутить, даже, ну, как бы даже в стандарте. А здесь этот эффект... Получается, будет еще больше. То есть мотор будет еще более оборотистый. И провал на низах будет еще более явный. И даже как бы установка сюда лепесткового клапана, она, естественно, ну, ситуацию эту вообще никак не поправляет. То есть, на мой взгляд, правильнее было бы сделать, наверное, окна чуть-чуть пониже, чем на ЧЗ. И с лепестковым клапаном это дало бы хороший крутящий момент. Ну, добавило, по крайней мере. А вот в этом варианте, ну... Продувка Сузуки хорошо, но там стоит штора на выхлопе, которая регулирует фазу выхлопа. Здесь такого нету и будет еще хуже. Поэтому не знаю. Конечно, интересный очень момент. Еще второй момент, который следует вот за поднятием окон. Меняется полезная площадь, высота, где происходит сжатие. То есть получается... Наверное, вы знаете, да, что есть в двухтактном двигателе есть геометрическая степень сжатия, а есть действительная степень сжатия.
То есть геометрическая степень сжатия, она, например, одинакова в четырехтактном моторе, потому что там нет окон. А здесь получается, что степень сжатия считается от нижней мертвой точки до верхней. Но здесь, получается, стоит выхлопное окно на двухтактнике. И когда поршень проходит выхлоп, сжатие не происходит. И оно начинается только, когда закрывается окно. И вот это, вот это расстояние происходит сжатие. И когда вы поднимаете окно, естественно, сжатие уменьшается. То есть, увеличивая высоту окна, мы теряем степень сжатия. Ее нужно будет потом компенсировать подрезкой головки обязательно. И этот момент тоже нужно учесть, потому что многие пилят, но на это внимание абсолютно не обращают, возможно, просто по своему незнанию. Если вам эта тема очень интересна, то не забывайте ставить пальцы вверх. Если мы наберем много лайков, то я думаю, что мы попросим хозяина мотоцикла потом рассказать, что у него получилось. Снимем обзорное видео его Чизета и попросим рассказать его, как что понравилось, нет. Были ли предположения, которые я говорил, верные, вот, или оно все это ерунда и получилось намного круче, чем ожидалось. Вот, так что не забывайте оценивать видос. Все, друзья мои, всем спасибо. До новых встреч на канале.